Елочные игрушки из соленого теста и открытки ручной работы. Приобрести такие новогодние презенты казанцы могли на благотворительной ярмарке. Она прошла накануне в торгово-промышленной палате. Украшения для свечей и рождественские носки для подарков своими руками смастерили школьники, которые основали свои бизнес-компании. На распродажу товара юные предприниматели приехали из других городов республики. Ведь так они не только развивают свое дело, но и помогают людям. Часть вырученных средств от продажи пойдет на благотворительность. Каждая компания приняла решение о том, какую часть выручки сегодня они отдадут на благотворительные цели. Все эти деньги через фонд «Акбар Созидание» будут переданы маме Артура Шестакова, которому нужно пройти лечение в Киеве у мальчика ДЦП.